В Большом зале правительства Магаданской области состоялось заседание оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории региона. Руководство управления Роспотребнадзора, регионального Минздрава и правительства Магаданской области обсудили вопросы изменения постановления о мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Магаданской области, а также вопросы, касающиеся вакцинации и эпидемиологических показателей области. На сегодняшний день использована вакцина в Магаданской области 97,7%, в городе Магадане 99%, чуть ниже процента в городских округах. На заседании специалисты отметили, что показатели вакцинации граждан на Колыме одни из самых высоких среди других субъектов Российской Федерации. Но несмотря на низкие показатели заболеваемости, специалисты настаивают на сохранении режима повышенной готовности в том формате, какой существует.